На сайте концерна «Евразийский» создан специальный раздел, в котором подробно изложены условия конкурса, а также доступны для просмотра архивы. Одновременно проводится конкурс фоторабот, также посвященных чистой воде. Условия конкурса и электронный каталог фотографий размещены на официальном сайте «Сочи водоканала». Конкурс «Художники России за чистую воду» проходит в два этапа. Первый – виртуальный, продолжается по 15 августа. В течение этого времени авторы присылают фотографии своих произведений на электронный адрес. Принятые работы размещаются на сайте, где за них могут проголосовать все желающие. Итоговая выставка произведений лауреатов всероссийского конкурса откроется 15 сентября в залах музея Николая Островского в Сочи. Там будут названы победители, вручены призы и дипломы. За 7 лет в конкурсе приняли участие около 1500 российских художников и фотографов. За их произведения проголосовали около 65 тысяч интернет-пользователей.